В поисках пропавших туристов в Гунибском районе задействованы кинологи и авиация. Борт МЧС вылетел этим утром из Махачкалы. Поисковые отряды прочесывают местность уже 2 дня и исследуют территорию, в том числе с помощью дронов. Напомним, 2 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга пропали после схода селевого потока в Карадахской теснине. Также поисковые работы продолжаются в селе Хаджалмахи Левашинского района. Здесь 23 августа селевым потоком унесло легковушку, в которые находились 2 человека. Также спасатели ищут водителя «Газели», смытой в Кадикумухское Кайсу.